pushing my limits and all the drive that I have. Well, I'm going the distance with you. I didn't know what I had till I knew what was missing and everything that I dread. Well, I built a resistance with you. Catch me when I fall. Из Франции мои самые наилучшие пожелания. Рада вас видеть на канале Лилия Франц. Начать хотела бы с обзора посылок, которые я заказывала на сайте New Chic. Ну, вот это вот такой вот гаджет для кухни. Сейчас я его распакую и посмотрим, что же это так. Так, ну, это вот такой вот очень интересный гаджет. Смотрите, это вот такая вот... губка на ручке, и ручка здесь непростая, а с секретом. Вот сюда вы наливаете моющее средство, и таким вот образом оно поступает вот в саму губку, и вы можете мыть посуду абсолютно не отвлекаясь на то, чтобы добавить моющее средство на те вещи, которые вы моете. Затем ручка, она также съемная, вот эта вот часть убирается, и по мере использования, когда губка сама придет в негодность, ее также можно заменить. Очень легенькая, очень удобная, вот смотрите. Ну, в общем, я, в принципе, заказом довольна. Я ее заказывала именно для того, чтобы мыть раковину, чтобы мыть вот эту вот рабочую поверхность стола, и чтобы не использовать постоянно перчатки. И получилось, он, видите, как два в одном. И перчатки не особо нужно надевать, поскольку все находится, и моющее средство внутри. И сама губка как бы намного удобнее, что ты ее руками не касаешься. Так что, девочки... вещица очень даже неплохая, и смело могу посоветовать заказывать для уборки, для кухни. Так, сейчас мы вместе с Миленочкой продемонстрируем платьице. Да, оно здесь стоит, не может дождаться, когда она его нарядит. Ну, а я вначале, конечно же, покажу расцветку, качество, пошив, строчечку. Заказывала я платье, размер на 8 лет, рост 1,40 м. Но оно, видите, как сделано. Здесь идет как бы с запахом. Ткань вообще воздушная. Просто на лето для девочки. Ну, сейчас я постараюсь в Миленочкиной комнате снимаем. И вот видите, какое оно длинное. Расцветка великолепная. Такая вот сочная, яркая, насыщенная. Что и куда-то ребенок и на праздник может выйти. На день рождения, на пляж. Просто на прогулку. В общем, платьицем я очень довольна. Строчечка вполне приличная. Ну, сейчас я покажу поближе, чтобы вы не сомневались. Вон, видите как. И вот такая удлиненная юбочка с воланчиками. И внутри есть небольшой подъюбник. Вон, видите, что он светиться не будет, поскольку ткань воздушная, прозрачная, то все как положено, все как для взрослых. В общем, платьице очень красивое. Сейчас маленькая принцесса его нарядит. И вы посмотрите, как оно выглядит на супермодели Милен. Ну вот, модель готова. Показывай платьице. Ну, повернись, покружись. Осторожно на ступенечках. Давай, спускайся сюда. Покажу его поближе. Стоит, радуется. Здесь немножко, конечно, вырез великоват у нас, но ничего, мы вот так вот поправим, и будет хорошо. По длине платья, конечно, такое, как Миленушка и хотела, длинненькое. Опусти, пожалуйста, ручку, опусти ручку. Вот, вот так вот сейчас, вот смотрите, видите, какая длина, вот ей именно такое и хотелось. Ну ничего, немножечко здесь мы уберем, вот здесь вот, и будет отлично на следующий год. Даже немножко нужно было лет на 7 брать, на 8 великоватая. Но Милене нравится, она вообще девчонки любят. Да, Жадор говорит. Да, ну там было 1,30 м. Ой, ты моя сладкая. Было 1,30 м. И да, если хочешь. И 1,40 м. И конь. Ой, красиво. Сейчас мама отойдет.
Давай, стой на месте, чтобы тебя видно было. Ну, сейчас я свет включу. Вот так вот. Отходи туда, а то тебя не видно. Ой, ну ей нравится, конечно. Я сверху немножечко там прикреплю. А так ткань воздушная. Смотрите, как красиво смотрится. Платьица вообще прелесть. Ну, будет к подружкам на праздники ходить, на дни рождения. Да? Да. Нравится платьице? Да. Вот так вот. Будешь носить? Да. Супер. Ой, ты умничка моя. Так что смотрите, платьица очень красивая, но немножко великовато на нас, да? Следующая вещь из моего заказа — это вот такой вот шикарный портмоне. Это специально я заказывала своему мужу для того, чтобы хранить здесь мелкие деньги, потому что у нас можно пить кофе из автоматов, и специально для жетонов, для того, когда моешь машину, для автомойки. Это очень удобно. Видите, портмоне плоский, и его можно положить в карман джинс. В общем, очень удобно. Кожа великолепная. Я покажу поближе, посмотрите. Это натуральная кожа, это не заменитель. Видите? И очень мне нравится цвет. Затем пришел портмоне в двух упаковках. Вот в таком вот пластиковом пакете. И затем вот в таком вот антипыльном мешочке. Я очень довольна. Мужу также понравился портмоне, потому что, ну, как бы за такие деньги такое качество не всегда найдешь. Вот смотрите, внутри все швы, строчка ровная, качество кожи великолепное, змейка тоже хорошая. Это не пластик, металлическая змеечка. Так что, если вы хотите сделать небольшой приятный презент своему мужчине, я бы посоветовала остановиться на вот этом вот прекрасном варианте. И последняя вещь из моего заказа — это вот такой вот изумительно красивый и великолепный по качеству комплект постельного белья. Скажу откровенно, я даже не ожидала, что комплект будет настолько хорошим. Цвет, что хочу также заметить, абсолютно не отличается от того, который представлен на сайте. И, как вы видите, на этикетке вот показываю один к одному. Смотрите, в комплект входит две наволочки, затем большая простынь и пододеяльник. Вот, хочу вам показать на сайте, как выглядит комплект. И смотрите, 7 различных цветов. Размер для своей у меня обычная стандартная двухспальная кровать. Я брала вот такой вот queen size. Так что вот такая вот красота. Доставка идет в течение 3 дней. Комплект пришел очень быстро. И я довольна. Комплекты эти представлены на сайте в разных размерах и в разной цветовой гамме. Вы можете выбрать такой цвет, который вам понадобится, который вам понравится. И смотрите, сейчас я покажу строчку. Прострочено все очень хорошо, но ткань такая, вы знаете, просто великолепная. Очень нежная и приятная. Написано, что это 100% хлопок. Ну, в принципе, можно даже не сомневаться. Я, конечно, не знаю, еще не стирала. Вот вместе с вами распаковываю. Но на ощупь это действительно такая хлопковая, достаточно хорошая ткань. Она не очень плотная, но в то же время как бы и не совсем светящаяся. Вон, смотрите. Просто знаю, что всегда идут у меня такие вопросы по поводу качества строчки и так далее. Наволочки здесь, ну, вот такие вот удлиненные подушечки. В общем, буду я, наверное, сейчас гладить, да, наряжать свою кровать в новые одежды. Девочки, очень советую, качество хорошее и расцветки очень красивые. Мы с Милешей выбрались погулять, а у нас здесь праздники. В общем, быки бегают, все закрыто, там людей куча,
общем, с самого утра, но с другой стороны, классно, что на детской площадке вообще ни человечка нет. Табаган! О, солнце мое. Милен, вот это, сними клокеты, сними шлепки. Солнышко, разбуйся, а то упадешь. Так, а куда бы мне? Вот сюда я, наверное, присяну. Солнышко везде. Ой, ладно. Ой, красота какая. Солнце. Боже, что у нас творится? Все перекрыто. Машины здесь останавливаются. Туристов. Мама, не горюй. Ну, в общем, правы те люди, которые уезжают на этот период вообще из города куда подальше. Да. Вон, опять кто-то приехал. Вон, какие красивые женщины в национальных костюмах. Сейчас будет шествие какое-то здесь идти. Я туда боюсь идти, потому что быков я не люблю. А ну, сейчас мы быстро подойдем сюда. Вон, лошадки. Мы здесь будем смотреть калеш. Угу. Вот, вот мы здесь посмотрим. Смотри, как интересно, белые лошадки. Ну что, возвращаемся мы опять на горку. Милен то хочет идти смотреть быков, то не хочет смотреть эти быков. В общем, сяду сейчас я в теньке. Да пусть катается. Вот у нас 7 пятниц на неделе, да? Вот так вот. Залазь. А может, они и сюда прибегут, эти быки твои, и посмотришь их. Но, ну, не хочешь как хочешь. Идем с Миленочкой в обход, что весь центр у нас перекрыт. Прогуляемся здесь. Жарковато, конечно, но сегодня такой ветерочек небольшой есть. А? Люди что-то строят, что-то делают. Одни мы бездельники, да, доченька? Да. Небо какое голубое-голубое. Цикады трещат повсюду. Значит, сейчас больше 26 или 28, я все время забываю, градусов тепла. Потому что когда меньше, то они не поют. Такое дерево интересное. Да, здесь старый мостик. Старинные скамейки, наверное. Да, и водичка. Бабочка? Где-то там видела бабочку. Две бабочки, а я не вижу отсюда. А, да. Ты хочешь туда пойти посмотреть? Но там, наверное, нельзя ходить, доченька. Сюда иди, и все. Нет, мы будем по-нормальному. Ты посидеть хочешь, жарко тебе, да? Цветы у нас какие. Да. Сейчас посидим немножечко. Там тоже, да, там тоже речка, продолжение реки. Передохнула чуточку. Давай пойдем, а то скоро уже кушать надо будет готовить. Допивай и пойдем. Давай потихонечку. Арка Миленка всю водичку выпила. Держи куколку. Давай маме водичку и пойдем. Он у нас в честь праздников многие флаги свои вывешивают. На, в окнах, на вот таких вот воротах. Да? Флажочек, да. Пойдем, пойдем, солнышко. Вот что значит жара. Вчера запекала я куриные ножки с картофелем, с луком и с травами Прованса. И посмотрите, вот трое взрослых и ребенок. Мы съели по одной вот такой вот небольшой ножке. По пару кусочков картофеля, ну, конечно же, был зеленый салат. Жарко есть, не хочется, но с другой стороны, классно, что сегодня на обед осталось. Сейчас мы с Милешкой разогреем и сделаем. У меня орхидеи мои стоят водой, напитываются. И Миленочке сделаю вот такой вот клубничный милкшейк. Купила я вот такую пудру, разбавляется с молочком и... посмотрим.
как получится. Еще не пробовала, еще не открывала. Так, ну если обедаете, всем приятного аппетита. Буду я разогревать, и будем мы также обедать. То куда? А я после приезда первым делом осматривала свой сад-огород на балконе, как я его называю. Так, ну в принципе, смотрите, у меня даже оливки будут. Миленка в этом году не трогала, в прошлом году ободрала, но зато цветение было великолепное. Но из-за того, что был дождь и ветер, почти все цветы у меня опали. Так, ну, показываю помидорчики свои. В общем, лилии мои отцвели без меня. Зато розочки цветут. Здесь тоже нужно будет привести все в порядок. А помидорки, как и в прошлом году. Смотрите, сколько они у меня уже больше месяца как плодоносят. Вот этот желтый, конечно, не очень хороший я выбрала, но тем не менее, также вон помидорчиков много. И вот эти вот два кустика, он и укроп там прорезался. В общем, помидорчики еще будут. Вот смотрите, сколько. Да, цветы, конечно, придется немножечко мне здесь разобраться. Позже уже у нас вторая половина дня. Дело близится к вечеру, как говорится. А солнце светит, жарко. В общем, погодка. Ну, небо, смотрите, какое голубое-голубое. Девочки, собираюсь я уже принимать вечерний душ и буду ложиться спать. Устала сегодня я. Но перед тем, как закончить сегодняшний день, выполню свое обещание и покажу вот эти вот патчи, которые я купила. Во-первых, спасибо, девчонки, кто мне посоветовал взять именно вот такие вот корейские патчи с черным жемчугом и золотом. Вот, смотрите, я их попробовала. В общем, наношу через день, как мне также посоветовали. Вот так вот они выглядят. Здесь вот я ее оставила, вот эту вот пленочку специально, где она у меня тут открывается, чтобы они, она, наверное, с этой стороны, да, чтобы они не так высыхали. И вот смотрите, видите, я ее подклеиваю, такие вот они черненькие. И есть вот такая лопатка, чтобы удобно было их вытаскивать из баночки. В общем, аромат они имеют очень такой нежный, приятный. Наношу на 30 минут под глаза, потом убираю, смываю. И затем вот этот вот крем, кстати, тоже мне очень понравился. Так что, девчоночки мои хорошие, золотые, огромное вам спасибо за ваши советы. Потому что все, что вы мне советуете, я покупаю, мне очень нравится. Ну и до встречи в моем новом видео. Буду я сейчас заниматься собой и ложиться спать. Встретимся завтра, послезавтра, не знаю, когда будет возможность. В общем, буду снимать. Сейчас я уже дома, немножко разберусь, немножко отдохну и войдем в наш постоянный ритм. Так что до встречи, до скорой встречи на моем канале, в моем новом видео. Пока-пока!